Кажется, что главная ошибка, которую совершили наши армянские соседи, это было они для себя создали два мифа. Первый миф, что азербайджанцы не умеют воевать, там какие-то примеры приводили там Второй мировой войны, там, что вот армяне умеют воевать, а азербайджанцы не умеют воевать, поэтому армяне и азербайджанцы никогда не смогут одержать военную победу. И второе, что Россия всегда выручит. Оказалось, что при хорошей подготовке и при хорошем обмундировании, финансировании азербайджанцы очень даже умеют воевать. Например, последняя атака на Шушу, это была когорный спецназ азербайджанский, который просто в рукопашный бой пошел и с нескольких мест сошел и, в принципе, одержал убедительную победу, в том числе, как Азербайджан одержал вообще в целом военную победу. И вторая история, что Россия просто сдала. Кремль сдал. Конечно, могут быть разные соображения, почему их сдавали. Путина очень не устроило то, что каким путем пришел Пашинян к власти, не устроило то, что он сажал союзников Кремля, не спрашивая Путина, хотя Кремля ему говорили этого не делать. Устроило, не устроило то, что... бывшего президента Армении? Ну, не только. И то, что например, и когда уже начались боевые действия, было очень смешно, когда, например, армянское правительство лишило меня почетного звания доктора Ереванского университета для того, чтобы угодить в Москве. Типа, мы ваши. Вот мы даже Саакашвили сейчас лишили почетного доктора. Как будто это бы им помогло. Так, нет, московцы там не верят, Москва не верит этим вещам. И реально их наказали, но с другой стороны Москва показала, что рассчитывать на долгосрочные союзнические отношения с Москвой никому не следует.